Что случилось? Человек ранен. Уди его. Он поскользнулся на трюмной воде, капитан, и упал на риггер. Его рука... Сомневаюсь, что он выживет. Ты покойник, Манград. Так же, как и все остальные. Она здесь. Боже, спаси и сохрани. Я должен бежать. Не выходи, Маград, не слушайте, ради бога, это зов сирены. Так же, как и раньше. Ни признаков борьбы, ни костей, ни крови. Каждый из нас — наживка для акул, которая застряла в океане и ждет. Пока не переменится ветер. Что это? Тварь, она вернулась. Йо-хо-хо! Или никто на самом деле так не говорит? Мэтт Смит, Карен Гиллан и Артур Дарвилл в сериале «Доктор Кто?». «Проклятие черной метки», автор сценария Стив Томпсон.